Этот контейнер 5 минут назад переставили вот с того места. Он стоял там всю зиму. Все вытекало, все здесь находится. Зловонные реки в переулке Связном текут с тех пор, как на улице воцарился устойчивый плюс. Вместе с талым снегом по двору побежали и помои, которые жители барака регулярно выливают в стоящий поблизости контейнер для ТБО. Ольга Седых рассказывает, раньше он стоял в гаражах и жильцам не мешал, но потом нашлись возмущенные. Наш контейнер, который там раньше стоял, он мешал владельцам гаражей, что то же самое происходило, оно все вытекало, так как там же тоже не было септика. Который септик был раньше, он от старости уже пришел в негодность, а восстанавливать его никто не стал. Тогда жильцы ополчились на управляйку, мол, она обязана избавить их от помоев. Контейнер специалисты переставили, но пояснили, барачный мусор они и так вывозят, рискуя собственной репутацией. Согласно договору с подрядчиком, жидких отходов в контейнерах для твердых быть не должно. Специалисты не раз обращались к жильцам с просьбой выливать помои в стоящий поблизости туалет. Он для этого самое место. Мы отправляли запрос в администрацию ЖКХ. Нам дали ответ, что туалет с выгребом устроен. В 2013 году его можно эксплуатировать, откачивать. Мы в прошлом году это делали довольно успешно. А по этому году люди не хотят туда носить, требуют яму. Однако рыть ее нецелесообразно. В следующем году дом планируют расселять. Так что пока у его жильцов два варианта – дышать помойным смрадом или научиться цивилизованной утилизации отходов. Управляющая компания, в свою очередь, пообещала – в ближайшее время приведет двор в пристойный вид. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город».